И вот согласно ведам, религиозность означает культивировать в себе четыре качества: чистота, аскетизм, милосердие и правдивость. И любые предписания, ну, в разных традициях, они подходят под одну из этих категорий. Это просто разные уровни следования этим принципам на разных уровнях. И я хотел сейчас сначала объяснить идеал вот этих принципов, как выглядит идеальный человек, который в совершенстве этому всему следует. Знаете, идеал должен быть высокий.